Клуб «Сила» отныне заработает в полную силу. На днях состоялось торжественное открытие спортивного клуба, который специализируется сугубо по подготовке спортсменов пауэрлифтеров. Обновленный перед поклонниками этого вида спорта клуб предстал благодаря материальной поддержке администрации города. Мы сейчас создаем все условия для того, чтобы наши люди могли заниматься доступно спортом. И у нас это, слава богу, получается. На этом подарки для спортсменов не закончились. Глава администрации вручил тренеру Александру Сокменеву сертификат на приобретение комплекса для пауэрлифтинга. Это будет современный комплекс, на котором можно будет проводить соревнования российского и международного масштабов. Тем более планов у кумертауских спортсменов много. Сейчас у нас начнется подготовка к международному турниру, который пройдет в октябре месяце в городе Екатеринбург. Потом ребята будут готовиться на чемпионат Республики Башкортостан. И в декабре у нас уже будет соревнования, пройдут в Салавате по троеборью, по Приволжскому федеральному округу. Вот такие планы в ближайшее время. Раньше в этом помещении, как признаются спортсмены, заниматься летом было очень тяжело, если учесть, что на улице 30-40 градусов тепла. Теперь в тренировочном зале установили кондиционеры, капитально отремонтировали помещение, заменили двери, полы, установили душ и сантехнику. Ну, ремонт сделан отлично, теперь сподвигнуты на более высокие результаты. Ну, в принципе, все. Обстановка хорошая, рабочая. 15 лет, как в Кумертау культивируется пауэрлифтинг. Когда-то все начиналось с подвальных помещений. Ветераны спорта вспоминают, как, несмотря на отсутствие условий и спортивного инвентаря, они усиленно тренировались, и каждая победа пополняла копилку спортивных достижений. Вновь созданные условия позволят молодым спортсменам не думать, что называется, о быте. И сейчас то, что мы видим, это уже, конечно, ну, надо сказать, что официальное признание администрации, жителей города. Потому что это, конечно же, благодаря поддержке администрации. Но и сейчас условия все лучше и лучше. Поэтому только довольны, да, только довольны. Жизнь улучшается. Татьяна Сафонова, Игорь Мухаметшин, Владимир Прищепа, Ильнур Аминов.